уточните, пожалуйста, ваше казачье сообщество, какой все-таки имеет юридический статус? Хорошо, это общественная организация, общественное движение, что хорошо, это? Я отвечу. Я бы хотел в первую очередь, знаете, о чем попросить вас, вот как СМИ, да? Чтобы вы не резали вот сегодняшнее мое интервью, ну, то есть выпустили такое, какое оно есть. Без всяких обрезов, да? Никаких контекстов вырвано не было и так далее. Наша организация зарегистрирована как Красноярская региональная общероссийская общественная организация «Союз казаков» Станица Назаровская. То есть мы являемся здесь подразделением Союза казаков Красноярского отделения. Поэтому если кто-то пытается найти в Минюсте конкретно Станицу Назаровская, он может ее найти. Она тоже есть. У нас является, есть две регистрации сегодня. На сегодняшний день мы проходим еще одну регистрацию в Минюсте. А так мы являемся именно подразделением Красноярского регионального общероссийского объединения, то есть Союз казаков. Поэтому я и спросила у вас, как у первого лица, чтобы не было никаких домыслов. Нет, это все официально, официально, организация зарегистрирована, без всяких вопросов, пожалуйста. Угу. То есть это федеральное такое движение, да, и вы являетесь... Да, это в Москве зарегистрировано общество «Союз казаков», и в Красноярске региональное отделение, мы являемся подразделением.